Всем привет! Сегодня вы на канале Роман Мьюзик. Сейчас я второй раз в этом дне делаю видос по Майнкрафту. Я, короче, тут все добываю. И у меня такая проблема. Еловых досок-то три у меня. Вот. А я должен сделать верстачок, чтобы сделать наш любимый всем... Любимый всем верстак. И сейчас я... Можете даже мне комментарии о чем, что хотите писать. Ну, всего лишь одним деревцом. Спасибо, вы самые у меня лучшие подписчики. Так, нам вроде бы картины не нужны. А значит, мы с... И как я вообще облажался. Да, сильно облажался. Вообще нажать вот сюда вот надо. И выход. Потом обратно в игру. Вернуться к Ихре. Слово бессмертное. Спасибо вам, мои подписчики. Верстак. Верстак, чик-чик-чик. Наверное, вы уже или в середине, или в конце серии увидите мой дом. Вы, наверное, в прошлом видео увидели, как я взял. Не взял, сделал так, что, ну, не сделал так, а сделал себе наш всем любимый, нашу всем любимую печку. И вот что случилось. Нам не пришла ачивочка. Ачивочка. Я пока подобываю. Может быть, если будет хватать, вот, если будет хватать, сделаю себе даже броньку немножко. Минус 3. Новое достижение, куи железа. Кто не знает, как выглядит мой, как, ну, какой у меня ник, сейчас покажу для тех, кто не знает. Чик. Чик, чик, чик. Ну все, вроде поигрались, хватит. Ну уже, кажется, можно делать. Откуда я деревцо достану? Надо будет копаться. Копать. Надо мне копать. Чтобы мне надо было выжить, надо мне копать. Да. Чтобы я выжил, мне надо копать. Чтобы я выжил, мне очень-очень надо копать. Ха-ха-ха-ха. Чтобы я выжил, чтобы я остался в живых. Да. Чтобы я остался в мирном покое.
Да, что же мне такое надо сделать, чтобы мои подписчики и решили, чтобы можно было подписаться на мой канал. Чё? Чего? А, теперь понятно физику Майнкрафта. А как я тогда выберусь, если это Майнкрафт? Ладно. Не понимаю, как люди играют в Майнкрафт. Интересно. Почему у меня пропало освещение, если тут оно есть? Главное, чтобы кирка не сломалась. Главное, чтобы кирка не сломалась. Главное, чтобы кирка не сломалась. Пожалуйста, моя кирка, ну не ломайся ты, пожалуйста. Моя кирка, любимая кирка. Короче, я строюсь наверх. Да, обратно вернусь, наверное. Интересно, с чем я обратно сюда вернусь? Дай бог, я останусь с вещами. Так мне еще хватало. Рома, прикопайся туда наверх, чтобы можно было жить. И надо постараться жить, чтобы можно было жить. Жить. Рома затаился жить. Короче, вам кажется, мой видос надоел из-за того, что я пою. А я-то думаю, почему Майнкрафтер Аид, вообще видеоблогер Аид, ютубер Аид, так много говорит. Теперь я понял, почему он так много говорит. Только 7 минут идет запись. Как быстро время летит. Просто прославляюсь. Я просто рад. Это если что, щелкал, а не хлопал. Когда же будет наша жизнь хорошей, чтобы можно было жить, и надо быть и самым хорошим мальчиком. Да. И мы все еще копаем. Или же... Всем привет, вы на канале Роман Мьюзик. Сегодня я уже 10-й век копаю этот камень наверх. И никак не могу... нормально построиться. И никак не могу понять, когда я уже все-таки закончу копать. А то я устал уже копать наверх. Пожалуйста, пусть там будет земля. Видимо, мне не судьба. Чё? А, так я оказался в той же шахте, где я... был в первом видосе. Давно я здесь, в этой шахте, не был. Ивангае самый-самый плохой. Он не выпускает, да, а эти вот свои видосики. Да.
А я не был тогда рядом с этой горой. Мне кажется, я потерял свой дом. Я просто поищу свой дом. Рядом со мной не было никаких рек. Я просто вперед, я лечу. И всем привет, вы на канале Роман Бонд. Или же на канале Роман Мьюзик, уже все равно. Я просто потерял свой дом. Можете меня назвать хоть лузером. Да, вот я не везу. Чик. Мне кажется, или я слышу, как идет дождь. Я не поняла, куда делась та шахта. Не, я не хочу оставаться здесь, в тишине. Я должен найти эту шахту. Так, я Рили не понимаю. Наконец-то нашел ту шахту, в которой я был. Мне просто надо по делам. Пожалуйста, мои друзья. Я уже знаю, что вы самые лучшие. Маркиза. Вот плохая кошка. Так, я помню, я здесь проплывал. Ох, наконец-то я нашел свой домик. Сейчас приду к кошке и я вернусь. А вот я и вернулся. Так я не понял. Ну, понадобится. Так, а теперь надо понять, где я сломал дуб. Короче говоря, деревочку.
Давай, плыви, молодой человек. Лети давай на то место. Так, я не понял. Ты что, разве не хочешь летать? Да, мы бежим, прик. Бежим, прик. Бежим, прик. Прик. Сиди. Кто-то мне там вайбер написал. Но я не буду смотреть, я ж ослеплю. Так что... Да, я написала гамемоди. Что за гамомоди? Гейммод. Чик, чик. Чик, 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 чик. Если честно, я вчера сделал резкий конец, не то, что вдруг связь оборвалась или электричество вырубилось. Это было запланировано. У меня есть кирка! Оно теперь будет копать железной киркой? Будет? Есть? Так и не понял, куда девается моя руда? Трех. А где-то здесь надо искать алмазики. Короче, я тут все выяснил, здесь нет алмазиков. Сейчас теперь буду идти и закрывать эту лавку. Лавка закрыта. Нахуй. Лайки, закрыта, кто помнит, отбегал. От этого маленького мальчика. Который возраст там уже как, ну, больше, чем я. Прощай, лава. Прощай, лава. Прощай, лава. Ну, интересно, что ты тут делаешь, Лава? Ай, печет, а, печет. Горячо. Где водичка? Где водичка? Быстро водичку. Лавы нету. Это так печально. Блин, мне уроки еще надо делать. Лучше бы я начинал делать уроки до начала
записи этого цього или цього видосика. Короче, делаем мы свое ведерко, чтобы можно было жить. Так как это была жизнь. Только это не было, а вот такое. Как берется эта вода? Вода, как ты берешься? Водичка, ты откуда берешься? И как ты берешься? Чик. Падаю. Чик. Ломайся, камень. Копаться вверх, чтобы можно было жить. Ля-л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 я. Может сделать так, я не знаю, правда. Но может быть сработает это, правда. Ладно, я домой спать. Вот. Теперь точно появилось. Все. Загорайся, лампа. А теперь закрываем координатки. Всем привет, вы были на канале, ой, всем привет, и всем пока, вы были на канале Роман Мьюзик. Сегодня я вам, ну, сегодня вышла вторая часть прохождения. Конечно, она была, наверное, скучной, но следующая, наверное, будет точно такая же самая скучная. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Серия, кстати, хорошо заканчивается под звук вайбера. И всем пока!